sing together. Sing together. Вместе поем. Брата Кассиопата, Неби Пати Арини, Прекшаяти Папино, Ти Папа Синду Тарини, Нила Мадури Ви Апьяшиша Титта Бандини, Майпунату Савадара, Виндаманду Нандини, Майпунату Савадара, Виндаманду Нандини, Хари Вари Дарая Виманди Тору Кандава, Мундари Кандало Джаданда Джали Тандава, Кудита, Бхакти Вита Дева Сита Кира Нари Пудита Тира Гандава Гандава Гандава
And her brother is Yamaraj, the god of death, who punishes all sinners at the end of their life. Бог смерти Ямарадж приходится ей братом, который наказывает всех грешников в конце их жизни. If you have a relationship of love with Yamuna Devi, then Yamaraj, her brother, will not punish you. Если вы наладите добрые отношения с Ямуной Деви, то ее брат Ямарадж не будет вас наказывать. The water of Yamuna Devi is so charming that anyone who has the darshan of Yamuna, then their heart becomes bound to this Leela Stali, this place of the pastimes of Radha and Krishna. В этой Ямуне настолько очаровательно, если человек лишь раз увидит их, то его сердце тут же будет повязано веревками любви. Сердце тут же привяжется к этому святому месту Лила Стали, священных лил Радхи и Кришны. Yamuna Devi is surrounded by beautiful forests on both sides. Yamuna Devi окружена прекрасными рощами. She is filled with blossoming white lotus flowers. На обоих берегах расположены удивительные леса и цветут лотосы. And wagtail birds and cuckoos and swans are flying and singing everywhere. На ней летают трескучие трескучки, водах Ямуны плавают лебеди. If you take bath in the Ganges, you become free from all your karma. Если вы примете омовение в священной реке Ганге, вы освободитесь от всей своей кармы. But if you are far away from Yamuna and only you desire, I wish I could take bath in Yamuna, then all your karma is destroyed. Но если вы, находясь даже очень далеко от Ямуны, или в сердце пожелаете омыться в ее водах, то тут же уничтожится вся ваша карма. Even if one has performed most sinful activities, даже если человек повинен в самых отвратительных грехах, then one drop of Yamuna water upon your head will completely purify you of any reaction. Даже такой самый падший грешник, если он окропит голову хоть одной каплей воды, but this is, он очистится от всех грехов. This is a negative glory that is taking away material things. Но это не истинное прославление Ямуны, это лишь указывает на то, как она может избавить человека от грехов. But the positive glory is that Nanda Nanda Nantaranga Bhaktapuri Bhadini, one drop of Yamuna water on your head will increase spontaneous attraction for the son of Nanda Maharaj. То есть это не важно, а что важно, одна капля воды Ямуны, которую вы окропите в свою голову, она тут же наполнит ваше сердце любовью к сыну Нанды Махараджа. Yamuna Devi flows
from the Himalayas to the ocean. Его надеве стекает с Гималайских гор и движется по направлению к океану. But when she goes to the ocean, she does not mix with the ocean. She stays separate and travels throughout the world. Но что удивительно, когда она втекает в океан, ее вода не смешивается с остальной водой. Она остается индивидуальной, емуной. She has a complete anubhuti, anubhav, realization of the loving pastimes of Radha and Krishna. Она свидетельница сладчайших игр между Радхой и Кришной. And being absorbed in remembrance of Krishna. You know, it is said that the Ganga is white, but Jamuna Devi is Indranila Brinda. That means she's like a mass of sapphires. Why? Because she's absorbed in remembering Krishna. Ганга считается светлой рекой, белой. Но Ямуна, так как она постоянно думает о Кришне и созерцает его, то она стала похожа на сапфир. Индранила-мани. These are not waves in the Jamuna. Это не волны в Ямуне. But these are the arms of Jamuna coming to embrace Krishna. Это руки Ямуны Деви, которые тянутся к Кришне, чтобы обнять его. When the devotees of Krishna gather together upon her banks, then she blesses them. Когда преданные Шри Кришны собираются вместе на берегу Ямуны, она благословляет их. When the gopis of Vrindavan, their marriages had been arranged. Когда родители в Раджа Гопи, пастушек Вриндавана, договорились о их помолвках и будущих свадьбах. And then they thought, oh, we will die. How can we meet with some other man other than Krishna? Гопи, все будучи влюбленные в Кришну, они подумали, лучше умереть, чем быть с каким-то другим мужчиной, ни за что. Their parents told them, oh, next month you will have to leave our home and go to live with your husband. Родители радостно объявили своим дочерям, в следующий месяц мы выдаем вас замуж, вы поженитесь и переедете жить в дом мужа. But somehow or other, by yoga maya, when that time came, it was delayed. Каждый раз под влиянием йога-майи что-то происходило, возникали какие-то помехи, и дата свадьбы отдалялась все дальше и дальше и дальше. Next month you will go. Потом они говорили, ну еще в следующем месяце будет свадьба. And then again, next week you will have to go. Снова переносилось что-то на неделю еще. It was delayed again and again. Снова и снова откладывалась эта дата свадьбы. Until finally the parents told the gopis, tomorrow you have to go. Наконец наступил тот день, когда родители сказали, завтра ты выйдешь замуж. So these words, tomorrow you have to go to the house of your new husband. For the gopis, these words were like deadly poison. И вот эти слова, завтра ты переедешь жить в дом будущего мужа, это было ядом для гопи. So usually, if a person takes deadly poison, at once they die. Обычно человек умирает от сильной дозы смертельного яда. But hearing these words, the gopis did not die. Но гопи, услышав эти слова, не умерли. How did they stay alive? Каким образом удалось выжить? In the Indian politics, there was one technique, political technique, called the Bishakanya. В индийской политике существовал The Indian devotees know. Существовал метод Бишаканья. Бишаканья means a very small girl. Бишаканья — это была стратегия такая. She stays in the palace of the king. Маленькие девочки, которые жили во дворе царя. And they give her a little poison every day. Каждый день девочки давали крошечную дозу яда. Gradually increasing the dose. И постепенно с годами они увеличивали. So she does not die, but she develops the immunity. Она не умирала, а у нее появлялись антитела, то есть у нее иммунитет вырабатывался против яда. So by the time she is a very beautiful mature teenage girl. И когда она уже достигала юности, была очень красивой. Now very high level of poison will not kill her, but she herself is completely toxic. Никакой яд ей был не страшен, но сама по себе она уже становилась полностью токсичной. So if that king has an enemy, если у царя были враги, then that secretly that girl will go and seduce that enemy, and with one kiss, the enemy will be dead. То такую девушку посылали на встречу, чтобы соблазнить такого недруга. Она соблазняла его, и от одного поцелуя он умирал. Well, brahmacharis, you should know, all the girls are Bishakanya, actually. So, in this way, because the gopis were given a little poison every day, after 1 month you have to go, next month you have to go, next week you have to go,
By the time they heard tomorrow you have to go, somehow or other, they stayed alive because they had the small drops of poison first. И так как они слышали эти новости снова и снова, часто, в следующие месяцы ты выйдешь замуж. И потом опять повторялось, но когда наконец-то это уже было реальностью, и сказали, завтра ты выйдешь замуж, они не умерли от этих слов, потому что у них уже какой-то иммунитет выработался против этой идеи. So on the day when they were supposed to go, и в день, назначенный день свадьбы, each gopi was thinking, I am not going to go, I should die. Better to die. Каждая гопи приняла решение, ни за что я не выйду замуж за другого, я умру. And those gopis, they, one at a time, not knowing about the others, came from their homes and they came onto the bank of Jamuna. Девушки, не делясь друг с другом этим решением, что они хотят покончить жизнь, суицидом, каждая в отдельности вышла на берег Ямуны в этот день. Each gopi was in love with Krishna, but she never told anyone else that she was in love with Krishna. Все эти гопи были влюблены в Кришну, но никогда ни с кем не делились этими чувствами. And when they arrived on the bank of Jamuna, each gopi saw, oh, what are you doing here? What are you doing here? And there were hundreds of gopis there. Оказавшись на берегу Ямуны, каждая гопи видела вокруг себя сотни других, и они задумались, а вы что, а ты что тут делаешь? And they didn't have to say anything. По глазам было понятно, не надо было ничего даже объяснять. Each gopi recognized by the look on each other's faces, oh, you also came here to commit suicide. Здесь этот отчаянный взгляд каждой гопи дал понять другим, ради чего они пришли на берег Ямуны в это утро. Because you also love Krishna. Они все поняли, что и другие тоже влюблены в Кришну. And it was the first time in their life that each gopi, their secret love for Krishna, it was shared and it came open. And they embraced each other. So then, the gopis, they held hands and they stood on the bank of Jamuna. And they made a vow. Jamuna Devi. Они сказали, Ямуна Деви. Please bless us. Благослови нас. That no one will ever become our beloved. Only Krishna will touch us, no one else. Благослови нас, чтобы у нас никогда не было других любимых, кроме Шри Кришны. And please bless us. Пусть только он касается нас. That we who die today. И дай нам такое благословение, что мы, которые умрем сегодня, that we will be sakis, lifetime after lifetime. Пусть мы останемся друзьями из жизни в жизнь. Мы хотим быть саки. So at that moment, all the sakis who had madhusneha, honey-like love for Krishna, they became the sakis of Radharani, and those who had gritasneha from that day, like Padma and Shaibya, they became the sakis of Chandravali. Вот в это мгновение все девушки, чья любовь была подобна меду, такая мадуснеха, они сплотились вокруг Радарани. So understand what this word means. What does it mean, Saki? А все девушки, у которых была гритаснеха любовь, они сплотились вокруг Чандравали. Вы должны понимать, что это слово значит. Saki means, oh, we all die together and we'll be together lifetime after lifetime. Это друг. This is Saki. Saki. Well, friend is a very cheap word. Saki is poster. Друг, подруга, это дешевые слова. Мелкие такие, ничего не значащие. Вот саки, значит, мы готовы умереть вместе, и мы всегда будем вместе, мы всегда будем подругами из жизни в жизнь. And with tears streaming down their eyes. Слезы струились у них из глаз. And remembering the lotus feet of Sri Krishna. И видя Кришну в своем сердце. Holding hands, the sakis began to enter into the water of Jamuna. Взявшись за руки, саки стали постепенно входить в воды Ямуны. And when they got to about here, и когда они дошли уже по грудь в воду, and then they went up to here, а потом до горла уже вода достигала, and they were just about to go underneath the water, и уже волны Ямуны готовились поглотить их под собой. And then a miracle happened. Вдруг произошло чудо. A beautiful goddess appeared from the water. Неописуемо красивая богиня появилась из воды. Цвет ее тела был очень похож на цвет тела Кришны, Шьям. На ней была гирлянда из лотосов, очень красивые украшения. И не в одной форме она появилась. Появилась богиня для каждой гопи индивидуально. И когда гопи уже начинали тонуть, очень заботливо
Каждая из этих проявлений богинь подхватила под руки одну из гопи и вывела их на берег. Then gopis are thinking, what happened? Гопи не понимали, что происходит. Did we die and go to heaven? Они подумали, мы уже умерли, мы в раю теперь. Are we dreaming? Или это в сон? At that moment, a very beautiful goddess came from the forest of Vrindavan. И как только они это подумали, другая красивая богиня вышла из рощи. And a very beautiful old tapasvini, wearing saffron cloth with white hair. В сопровождении пожилой женщины, которая сияла такой внутренней чистотой и силой, которая была тапасвини, аскетом. That old tapasvini said to them, "My name is Yogamaya Purnamasi Devi." Эта пожилая женщина сказала: "Меня зовут Пурнамаси Йогамая Деви." And these are my assistants, Brinda Devi and Yamuna Devi. А это мои помощницы Вринда Деви и Ямуна Деви. And the three of us, we are making a vow. И втроем мы обещаем вам. That directly or indirectly, visibly or invisibly, we will always protect you. Что напрямую или косвенно, непосредственно или издалека, мы всегда будем покровительствовать вам и защищать вас. So you should not be afraid. Вы не переживайте ни о чем. You can return to your homes and go to the house of your husband. You will never be touched by anyone except for the son of Nanda Maharaj. Возвращайтесь спокойно в свои отчи дома и верьте, что никто не коснется, никакой другой мужчина, кроме Шьямасундара, не коснется ваших тел никогда. So Radhika from Barsana went to Jabat. Chandravali went to Sakhistali. Radhika вернулась к себе в дом. Chandravali вернулась в Sakhistali. With a strong faith that Yogamaya Devi, Brinda Devi, and Yamuna Devi would always protect. Твердо уверовав, что Парнамаси Деви, Вринда Деви и Ямуна Деви всегда будут покровительствовать им. So we are very fortunate to come here today to have the darshan of Yamuna and pray for her blessings for our successful parikrama and kartik vrata. Мы неописуемо удачливы, что у нас есть эта возможность тут физически присутствовать на берегу Ямуны и получить ее покровительство и благословение для благодатного провождения картика маса. Нашего брата. Srila Rupa Goswami Pad is saying that the water of Yamuna has become very fragrant. Rupa Goswami Pad говорит, что воды Ямуны стали очень ароматными. Why? Because when Radha and Krishna embrace. Потому что когда Радха и Кришна обнимаются. Then the kumkum cosmetic from the body of Radhika is smeared on the body of Krishna. То косметика с тела Радхи остается на теле Кришны и кумкума. And the chandan and the kasturi from the body of Krishna drips and onto the body of Radhika. А сандаловая паста, мускус с тела Кришны, он прилипает к телу Радхи. The pan that was chewed by Krishna is making red marks on the face of Radhika. Пан, который до этого жевал Кришна, оставляет красные разводы на щеках Радхи. А черная подводка с глаз Радхики оказалась на губах у Кришны. И после... Then Krishna and Radhika enter into the water of Yamuna here, and all of their mixed up cosmetics and other unguents and applications melt into the water of Yamuna. И вдоволь насладившись своими сладчайшими сокровенными лилами, Радха и Кришна входят в воды Ямуны, чтобы охладиться, и вся косметика с их тела, все эти ароматные субстанции, которыми они были умощены, смываются водой Ямуны. And become Uddipana. Эти ароматы становятся удипаны, напоминанием. Если у человека есть уже бхава, настоящая, если преданный, достигший уровня бхавы, зайдет в воды Ямуны, то тут же он увидит эти лилы Радхи и Кришны. Си Ямуна Деви ки! Джай!